Всем привет! Меня зовут Лариса Мишанина, я живу в городе Владивосток. Музыкой я занимаюсь давно, с самого детства. Ну, как начала разговаривать, так и петь. Но вообще по профессии я бухгалтер. Люблю принимать участие в разных проектах, интересных конкурсах вокальных. Вот и в этот раз Света предложила принять участие в ее замечательном проекте, и я и согласилась. Ну, очень жду встречи с вами, дорогие мои. Всем пока! Жажда, я подам тебе воды, пожелаю уберечься от беды. Я тебе на память подарю свой закат, чтобы каждой новой встрече ты был рад. Я всегда тебе скажу шалом. Шалом, мой друг, шалом. Пусть по разным дорогам идем.